Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В среду в Самарской области пасмурно и облачно с прояснениями. Местами осадки в виде небольшого снега, внимание, похолодание. Днем минус 15, минус 18 градусов, ночью 18-20 ниже 0. В Сызрани пасмурное небо, днем минус 16, в темное время суток 20 мороза, северо-западный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти тучи и небольшой снег, днем минус 15, ночью 18 с минусом, северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре облачно и без осадков, в дневное время минус 16, ночью минус 18 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.